Такая же родная стихия, как для нас с вами трасса Смоленское кольцо. Добрый день. Я вам могу сказать честно, тысячи и тысячи мальчишек в России, в Советском Союзе... Не слышно? Сейчас, одну секунду. Давайте, Владимир, вы пока в мой микрофон. А я пока скажу, что Владимир Давидович — это представитель уникальной, единственной в своем роде и в России, и в мире, пилотажной группы «Русь». И нам сегодня посчастливилось, совсем скоро не буду раскрывать всех карт, что они будут там творить, но это будут они творить прямо над нашими головами. Владимир Давидович. Еще раз спасибо. Ваши аплодисменты на самом деле будут обращены буквально через несколько минут нашим летчикам. А я могу лишь сказать одно, что так же, как и наши летчики, как миллионы мальчишек, всегда мечтал летать, всегда мечтал гонять, всегда... Все мы хотели покорить скорость. Сегодня наши гонщики здесь на трассе, на стихии, на земле показали, что они могут, и выяснили, кто из них лучший. В строю, в небе, это вторая стихия. Мы покажем то, что мы можем, и не будем выяснять, кто из нас лучше. Потому что в пилотажной группе нет ни лучших, ни худших. Это одна команда, которая держит крыло, которая держит строй. И буквально через некоторое время вы увидите, что такое мастерство высшего группового пилотажа. Вы видите приближающиеся самолеты. И приветствуем пилотажная группа «Русь», ДСАФ России. Город Вязьма мы базируемся, а город Вязьма находится в Смоленской области, в Смоленской губернии. С праздником вам, смоляне! Приветствуем, «Русь»!